Приходи на кастинг-шоу «Холостяк в Клину». Подробности по телефону 5-88-70. Буквально в эти минуты в концертном зале Чайковского выступают артисты Московского академического камерного оркестра «Музыка Вива». Солист и дирижер коллектива, народный артист России Александр Рудин. На одной сцене со знаменитым оркестром блеснет и наш клинский детский хор «Мандрагора». В концерте прозвучат произведения Боккерини, Моцарта и Пергалези. Александр Рудин выступит не только как руководитель и дирижер оркестра «Музыка Вива», но и будет солировать в концерте для виолончели с оркестром.